всех приветствую. Снова я беспокою вас. Сегодня у меня 6S плюс. Менять будем микросхему 2. Ту самую золотую микросхему, которая начиная с 6, с 5 айфона кормит и продолжает кормить всех наших коллег, кто занимается ремонтом телефонов, в частности айфонов. Принесли мне вчера, не было времени сделать. Поднимаем температуру, 120 у меня на нижнем подогреве и 260-270 я ставлю на термовоздушной станции. iPhone 6S Plus. Несложно меняется на этой модели. Чуть посложнее на 6S. Там надо срезать. Хотя кто-то меняет без срезания, не знаю как. Этот самый защитный экран. Снимаем. Ушатал один конденсатор. Сейчас его поставлю на место. Итак, друзья, пишем дальше. Ко мне приходили, я немного отвлекся, поставил на паузу. Ну и за раз переставил камеру, чтобы было лучше видно. Так, сняли микросхему. Забыл, куда я ее дел. Так, это у нас. Это у нас 2 на семерки. Это у нас как раз на шестиске. Ровно снял микросхемку без шевелений. Вот поэтому не буду снимать остатки пятаков припоя. Вот, ставить буду прямо так. Сразу говорю, это не есть хорошо, это не есть правильно. Если вы ставите первый, второй, третий, десятый раз, то лучше, конечно, снять. Снять, очистить отплеткой, может быть, кому-то. Я ставлю прям так. Просто эту микросхемку я ставлю уже, наверное, раз 500.
момента выхода пятого айфона. Сейчас уже стараюсь не снимать ничего, прям так как есть. Вот так. Выставили. То есть у нас получается шары на шарах. Вижу, она поплыла. В принципе, все. Что там? Ну все, сейчас, подожди, закрою. Ссылку на нижний я уже кидал, там кому надо, контактный нижний подогрев, пробуйте, покупайте, там что-то около 130 евро он стоит. Горячая пока еще системная плата. Оставляю просто попробовать, потом установим правильно с кабелями и всем остальным. То есть перед установкой всегда нужно попробовать. Снимаем дисплей, ставим зарядку. Как видите, зарядка пошла.
найти, куда я поставил. Где я ставил микросхему питания. Да бог с ней. Как раз приходил клиент, и я отвлекся. Ну, в общем, такие друзья, такие дела. Друзья. Все готово. Все, снимаю. Как положено, вставляю в системную плату, закрываю телефон. Обязательно нужно поставить вот эту защитную охлаждающую пленку на защитный экран. Я ее ставлю обычно на клей, потому что при снятии она уже обратно ее не поставите нормально, она теряет свою клейкость. Флюсом не промываю и вам не советую. Я имею в виду микросхему 2, потому что при промывке флюса под микросхемой, именно под этой, под маленькой, остается такая смесь изопропила с флюсом. Ну и несколько раз у меня были случаи, что приходилось переставлять микросхему, не промывая, все работает 100%. То есть я не говорю, что не промывайте совсем после микросхемы БГА, после установки, а вот именно после У2, вот именно после У2 я никогда не промываю. Все, поставили. Закрыли защитный экран. Все, друзья, я дов. Всем спасибо за внимание. Это у нас был iPhone 6 Plus. Всем удачи в ремонте. До новых встреч.